Марафон «Глобальная трансформация». Когда я заходила на этот марафон, я не имела конкретных целей и задач, но понимала, что свою жизнь нужно менять, уходить от застоя, повысить уровень энергии и интереса к жизни. А кроме того, я очень люблю учиться. Анонс марафона в интернет-магазине перечисляет множество задач, которые помогает он решить, что удалось мне. Я смогла простить и отпустить своих родителей. Хотя, казалось бы, они ушли уже более 25 лет назад, и все в прошлом, там мы никогда и не конфликтовали, но практики марафона смогли вынуть все из подсознания. Произошло очищение от негатива прошлого, и пришло облегчение. Марафон помог мне снять страх за жизнь сына, отпустить его и перестать закрывать ему дороги. Я впервые не волнуюсь, что он собирается в глухие места Карелии на рыбалку, где нет связи с внешним миром. Я научилась спокойно реагировать на то, как трое моих младших внуков покоряют опасные, с точки зрения меня прежней, сооружения в парках и на детских площадках. Двоим старшим внукам в этом плане повезло гораздо меньше. Огромное осознание произошло в том, чего я была лишена от того, что руководствовалась установками, взятыми из двух предыдущих поколений, моей бабушки и мамы. Я всегда страдала излишним перфекционизмом, держала себя в определенных рамках, культивировала в себе сильную женщину. Сложно принимала помощь и рассчитывала только на себя. Только начав приводить в баланс женскую энергию, я почувствовала, насколько легче, приятнее и интереснее жить девочкой-девочкой. Улучшились отношения с мужем, исчезла раздражительность в общении с ним, необходимость что-либо доказывать и указывать. Я получила бесценное знание, как стать лучшей женой. На марафоне я научилась отстаивать свои границы и стучаться, заходя на чужую территорию. Проработала, как избегать конфликтов. Конечно, не все сразу и легко получается, но я понимаю, что это только начало пути. Марафон закончился, но процессы продолжаются. А самое главное, марафон поднял уровень энергии, научил жить в осознанности здесь и сейчас, идти в мир с любовью и улыбкой, звенеть, а не гундеть. Я очень рада позитивным изменениям в жизни девочек, рада видеть их счастливые и улыбающиеся лица. Благодарна им за поддержку и с нетерпением жду новой встречи. Оксана и Ливан. От всего сердца благодарю вас за создание этого курса, за то, что вы решились провести такой марафон. Отдельно благодарю Оксану за титанический труд, огромный объем знаний, сил, энергии, что, не щадя себя, отдавала нам. Всем добра и света. Люблю, благодарю.